нами. Лично ведь на нашу тему. Ну, про вот суп, который мы готовим сегодня, нет, а вообще да. У меня очень много стихотворений на кулинарную тему, потому что я люблю покушать. Ты наш. Начинай. Порадуй нас всех. Для счастья нужно ведь так мало. Приборы, ножик, рюмка, вилка, скатерть, хрустящая крахмалом, и запотевшая бутылка. Стол, стулы, вазочки, цветочки, два бутербродика с икрою и малосольные грибочки ассорти еще весной. Потом селедочка в маслинках или свинячие биточки. И симпатичная блондинка, и чтобы ямочки на щечках. И чтоб не девушка, а пончик, локтем латяю, коснусь я. Ну стоп, потом мечтать закончим, а то слюною захлебнусь. Я не только стихи придумываю, я еще афоризмы пишу. И у меня бабушка, она очень хорошая была в этом смысле, она...